Добрый день, меня зовут Ирина Сидорова, и я руководитель отдела по разработке мотивационных программ и организации мероприятий компании Tapwe. Вы можете себе представить контейнер для разогревания, который можно поставить в морозильную камеру, а затем сразу же использовать в микроволновой печи? Tapwe не перестает нас удивлять своими умными решениями. И сегодня я с удовольствием хочу познакомить вас с уникальной новинкой – контейнером New. Название контейнера New говорит само за себя. Это абсолютная новинка на нашем рынке, однако вся серия контейнеров New очень популярна в США и Латинской Америке. Теперь и мы в Tapwe СНГ сможем оценить по достоинству его преимущества. Какими же особенностями он обладает и какую пользу принесет современной хозяйке? Давайте познакомимся с ним поближе. Термостойкий материал контейнера New позволяет выдерживать перепад температур от минус 25 до плюс 160 градусов. А это значит, что вы можете заморозить, например, готовый обед, а затем сразу же разогреть его в микроволновой печи. И все это в одном контейнере. Приготовьте заранее несколько блюд, порционно заморозьте их в контейнерах New, а затем доставайте и разогревайте при необходимости. Это очень удобно, если, например, у вас плотный график и не всегда остается время на приготовление свежего обеда или ужина. А также это очень актуально для семей с детьми или родственниками в возрасте. Вы можете приготовить для них разные блюда, например, сразу на неделю, и заморозить. А им нужно будет просто поставить контейнер с обедом в микроволновую печь и разогреть. На крышке контейнера New есть силиконовый клапан для вывода лишнего пара при разогреве. Прежде чем поставить контейнер в микроволновую печь, потяните за ушко и поднимите клапан. Благодаря округлой форме основания, а также специальным ножкам, разогрев или охлаждение вашего блюда происходит быстро и равномерно. Оптимальный объем 600 мл идеален для полноценной порции завтрака, обеда или ужина. Удобно для того, чтобы хранить или взять с собой вторые блюда или гарниры. Обратите внимание на оригинальный современный дизайн контейнера. Прозрачные стенки позволяют видеть содержимое, а также наблюдать за процессом разогревания при необходимости. Также хочу обратить ваше внимание на рекомендации по использованию контейнера New. Рекомендуемая мощность и время для разогревания микроволновой печи – 3 минуты при мощности 360 Вт. Если вам нужно будет продолжить разогрев, дайте контейнеру постоять 2-3 минуты, и далее можете продолжать разогревание еще в течение 3 минут. Когда вы вынимаете контейнер, используйте варежки-прихватки, а также осторожно открывайте крышку от себя, чтобы не обжечься горячим паром. Контейнеры предназначены только для разогревания и не подходят для приготовления пищи на плите, в духовом шкафу или в режиме гриль. При замораживании наполняйте контейнер до ограничительной метки, поскольку во время заморозки продукты могут увеличиться в объеме. Не используйте острые кухонные приборы и ножи. При мытье не используйте абразивные вещества и жесткие губки, чтобы не поцарапать изделия. Изделия можно мыть в посудомоечной машине при низкотемпературном режиме. Итак, контейнер New для разогревания в микроволновой печи позволяет замораживать, хранить, разогревать и сервировать ваши блюда, экономя при этом время, деньги и пространство на вашей кухне. Согласитесь, что каждой современной хозяйке на кухне без него просто не обойтись. Стать обладателем двух контейнеров New вы сможете уже в феврале за квалификацию каждого нового консультанта. Чем больше новых консультантов, тем больше подарков. Приглашайте новых людей в бизнес Tapwe. Растите и зарабатывайте вместе с нами.